вот настал тот день, когда мы завершаем в этом году проект «Елка желаний». Это проект, по этому проекту уже несколько лет. Участие приняли несколько организаций. Это научно-образовательный фонд имени Шахмардана Есенова, это фонд Алматы-марафона, это фитнес-клуб «Форкласс Алматы». При поддержке, конечно же, «Тенгри Ньюс». Выбрали детский дом «Нур», который находится в городе Талгар, и постарались исполнить желание каждого ребенка. То есть в чем акция заключалась? В том, что мы в определенном месте в фитнес-клубе поставили елку, на которой были размещены фотографии детей с их желаниями, с их возрастом. И каждый желающий, житель города Алматы, и не только, мог взять эту фотокарточку и исполнить желание ребенка. В Старый Новый год традиционно мы вручаем эти подарки детям. Я думаю, что желание каждого ребенка, оно сегодня волшебно осуществилось, и я уверена, что мы из года в год будем продолжать эту традицию, помогать и исполнять желания других детей. Восемнадцатый год для нас начался очень хорошо, весело. Столько людей пришли, столько радости принесли детям. Знаете, им много не надо, им внимание. Самое главное – внимание. Спасибо скажу людям, которые пришли, помогали. Спасибо скажу, чтобы они наконец-то увидели, что есть, существует такой детский дом семейный, в котором живут малыши.